Боже. Ты чё? Ещё не хуй. Алмаз чуть не пострадал, а? Алмаз чуть не разбил свой тазобедренный пятый. Алмаз, ну как, расскажи, первое ощущение, когда ты увидел этот бомбенсон, блядь. Ощущение, блядь. Сразу. То есть твое голообрезное... Слышь, голообрезное кольцо твое сначала сузилось, потом разузилось? Голообрезное. Да. Блять, американцы вылезли из машины. Так слышь, так что с голообрезным кольцом? С голообрезным кольцом ты что? Блять, нормально что? Не будем в машине курить. Тебе ебало все опять. Да ладно, какая хуйня? Короче, блядь, тема такая. Мы сейчас находимся в городе Новомосковске. Остается буквально 20 минут до выхода на сцену. Вообще хотел бы сказать, что, блядь, я на самом деле очень сильно расстроен всей ситуацией. Антон, как бы, блядь, по цыганщине ебнул, Джин, блядь, ковыряется в своих вонючих кедах. Вот, а Джин, блядь, оленя вообще ударился по какому-то этому сутулому, блядь. Короче, на самом деле, блядь, все как бы не так, как мы хотели. Вот, и как быть, как бы, честно говоря, вопрос, нет ответа. Единственное спасение это алмаз. Алмаз. Слушай, блядь, сделай так, чтобы у нас, блядь, был в квартире газ, блядь. Ну чисто знаешь, блядь. Алмаз уже, ты класс, блядь. Ну ладно, дружище, ёпти, я не знаю, как. Ты мне скажи, ты спасешь ситуацию, не запоришь там ничего? Да, не-не, все будет заебись. Ну будь как бы так. Ну чеку, ладно. Да. Я по метели ебу. Ну правда. Ну то есть, как хочешь, я могу снять. Да я.
сегодня ночью он перестал дышать. Пришел Антон, я перестал дышать. Антон меня заслал. Почему я не заслал? Это правда? Фантазии не положили. This was the last time that he'd see her, that he'd touch her, that he'd make his little girl scream out loud. I'm gonna pound you into oblivion. I will make you fucking bleed. There is no escaping me. This is your destiny. I'm gonna pound you into oblivion. Нет, он внутриада, это. Внутриада? А, внутриада, как тебе спится, а? Малыш? А? Малышенька, блин. Давай, я поплавлюсь, приводи. Пацанчики заснули в машине, сейчас мы посмотрим, что с ним происходит. Ребята. На склонке. Давай сразу, позвони, давай. Маленький, скажи, ну что ты думаешь по поводу всего? Ну, блядь, я совсем нахуй. Алмазик, ты как ты хуёво выглядишь, Алмазик? Ты займёшься? Антониада, дружище, ёпта, давайте курнём, пацанчики. Здорово. А? Братан, служба, братуха, я тут засыпаюсь. Чё ты, слышь, я тебя хотел снять, блядь, сонного, ёпт. А? Слышь? Братан, ёпт, ладно, как тебе? Слышь? Как? Ну, как себя чувствуешь? Вон. Слышь, блядь, будем, ёпт, как? Будем, ёпт.